Финансовые бои между участниками образовательного проекта «Азбука финансовой грамотности» выходят на новый уровень. В рамках образовательной программы между отрядами состоялись дебаты, в ходе которых каждая команда должна была отстоять и аргументировать ту или иную позицию по теме, касающейся финансов. Сегодняшние споры разгорелись вокруг семейного бюджета. Ребята говорили о том, как лучше сбалансировать расходы и доходы семьи, обсудили, какой именно вид бюджета лучше всего подходит для ведения хозяйства – общий, смешанный или раздельный. Виктория Ягодинова считает, что делить средства между супругами – неверный подход. Сейчас мы отстаиваем мнение, что общий бюджет ввести разумнее в семье. У него практически нет минусов. Оба человека вкладывают в бюджет свой заработок и тратят его также совместно. До конца смены осталось совсем немного времени. На заключительных занятиях мальчишки и девчонки учатся применять полученные знания на практике, разбираются в спорных вопросах. Антон Наумов увезет с собой много полезных и важных знаний, которыми намерен воспользоваться. Я понял, как решать некоторые вопросы, на которые раньше не знал ответа. Понял новые термины в банковской сфере. Тема очень заинтересовала меня, буду идти в этом направлении дальше. Для каждого из них эта смена стала первым шагом во взрослую самостоятельную жизнь, и каждый из них почерпнул из этого для себя что-то важное, то, что поможет им стать успешнее в будущем.